Друзья, всем привет и посмотрите, кто сегодня со мной. Red Cat и Женяша. И мы сегодня будем открывать по 20 яиц, то есть откроем целых 60 яиц и будем выбивать из новеньких вот этих вот морских яичек разных питомцев. Но выбивать мы их будем не просто так. У нас будет конкурс. Тот, кто из нас выбьет больше легендарок, забирает все, абсолютно все питомцы остальных участников. Так что я постараюсь победить. И поддержите, пожалуйста, меня, поставьте лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. А мы начинаем. Папа и дочки, привет. Привет. Red Cat. Привет. Ну, а мы начинаем. Посмотрим, кто получит больше легендарок. Ну, это, наверное, буду я, ребят. Кстати, ребят, я бы хотел всех попросить поставить лайк на наше видео, потому что мы будем открывать за рубаксы и потратим целых 900 рубаксов на открытие этих яичек. Первое яйцо, ребята, первое яйцо. Давайте, начинаем. Все, готовы? Да, три. Давай. Окей, вспышка. Кто же будет у меня? Ой, у меня крабик. Ничего себе, какой прикольный. У тебя нарвал. А у тебя нарвал, а у меня дельфинчик. Ну, неплохо для начала. Давайте лучше внизу. Давайте, там виднее. Red Cat, слазь с крыши. Падает. Я кот, я люблю лазить. Ух ты, крабик. Деревьям крыш. Прикольно. Так, ну что, это у нас первые три яичка. Крабик — это у нас ункамон. Самый-самый необычный питомец. Самый необычный, понял. Да, ну давайте, по второму яйцу открываем. Поехали? Давай. Да. Не тёкаюсь, да? Раз, два, три. Даже пасхальные яйца почти. У меня нормальчик. О, и у меня такой же еще один, прикольный. Да, он, кстати, очень прикольный, И когда на райд, ты на хвостике сидишь у него, очень прикольно. Круто. Мне понравилось. Симпатяшка. Да, очень красиво. Слушай, а чего нет не крабы? А у Red Cat крабы выпадают, ну красненькие же. Это же красные. Крабы выпадают яйцом. Давайте. Один, два, три. Ну, давай. У меня должна быть лего. О, кат. Ух ты, скат. Да что такое? Вы что, издеваетесь? Третий. У папы и дочки. Это акула. А, легендарка. Легендарка, йоу! Все, Red Cat, можно сказать, можно уходить. Отдавайте питомца, все. Ребят. Да, первая легендарка. Ничего себе, красота какая. Я думаю, это дельфина, это акула, оказывается. Это получается, мы по третьему яйцу открыли, и легендарка, да, выпала. А у Red Cat сегодня красный краб выпадает. Я не знаю, у меня сегодня будет 20 крабов, если надо, кому краб. Ребята, поздравляем! Ребята, поздравляем, поздравляем папу и дочке. Спасибо. Ну, сейчас должна, ну, я тоже должна. Ой, я уже открыл. Я тоже открываю. Я тоже открываю. Я тоже тогда. Я за вами следом. У меня скат. Так, нарвал опять. Нарвальчик, да, у меня. Папа, дочки, если что, у тебя еще 19 крабов будет. Так, у вас скаты выпали, у меня нарвальчик. Обычный был. Представляете, ребята, сейчас, если что, папа и дочки всех заберет питомцев, это будет обидно. Всем спасибо, да, открываем, ура. Открываем, сейчас. Так, у меня скат. Донатим. И кто? Ух ты, конек у тебя, симпатичный. И у меня такой же, вау. Редкий, красивый, слушай, вот тут там симпатяшка вообще прям. Да, они маленькие такие, маленькие. Разнообразие будет. Все, открываем? Да. Следующий открываем. Раз, давайте. Два, три. О, да, красненький опять вылипал осьминожек. Это легендарка? Да, это легендарка, легендарный. Это выпал осьминог. Так, а где моя легендарка? Я не понял, ребята. Пойдемте поищем. Пожалуйста. Может, здесь? Нету. А тут тоже нету. Они меня троллят, Подождите, сейчас на моей улице будет праздник, не переживайте. Я еще пока надеюсь, что готовы? У меня тоже выпадет. Да. Да. Ну, давайте. 1-1-0. Счет, классно, так. И открываю. Ну, и крабик. Да, крабик тут. Без вариантов. Мне должна лего выпасть. Скат. Неочередной крабик в клетке. Нет, ребята, у меня скат. Просто у тебя череда крабов. Крутой, красивый.
Да, нет, у папы и дочки ему показывают 20 яиц ровно. Тоже 20, хорошо. Ну да, у меня тоже. Так, мам, ну что, открываем, ребята? Я открываю, да, я открываю. Да! О, ничего себе! Ребята, ребята, я же сказала, на моей улице Акула! Будет праздник! У всех по одному, все. 30 грабиков у меня сегодня будет. Все, ребята, я сегодня тоже достала легендарку. Я думала, неужели у меня не выпадет легендарка? Я уже расстроилась. Ну все, вам достаточно, да? Ну все, я теперь тоже ловлю. Все по одной линии. Но у меня топ. Открываем. О, а у меня... Ух ты, Немо. О, Нео, первый раз. Немо, а у меня скат. Да, у меня рыба-клоун. Скат. А, ребята, давайте еще сразу определим. Если у нас у всех леги больше лего не выпадет, то мы будем считать, у кого больше кого питомцев, ультрарарных, да, питомцев, да, из 20 дней. Там это, точно которые, вот так будет. Это вот эти вот коньки, которые горбунки. Нет, это редкий, не очень редкий. Красный это должна быть. Ультрарарные. Это клоун-фиш, как я вот недавно вытащила. Да. У меня тоже нету. Давайте открывать. Я должна выиграть, ребята. Должна выиграть. Не все питомцы не ждут. Давай! Лего! Ой, у тебя тоже Немо, да? Что ж такое? Вот, он очень редкий, да. Отлично. У нас еще немного яичек осталось, ребят. У нас сейчас 3, 7, 10 яиц. Мы 10 яиц уже открыли. Ого. У каждого по одной лиге есть. Ого. А вот это да. Да, 10 уже открыли. Давайте. Открываем. Я сейчас как выбиваю. Крабик. Конечно. Конек. Крабик. А у меня морской конек. Дельфин. И дельфин, да? И дельфин. Я думал, акул. Они похожи, кстати, да? Дельфинчики, акула. Ёкнуло сердечко. А нет. И что выпадет сейчас из яичка? Посмотрим. Да что ж такое, конёк опять? Да что ж такое? Какое-то место невезучее. Ну что, еще? Еще? Немо, не еще надо. Начинаем? Да, готовы? А там их два. Да. Погнали. Раз, два, три. Я должна лего. Кто мне лего выпадет? Мне лего выпадет, пожалуйста. Я давно лего не ловил. Да что ж такое? О, нифига себе, три дельфина. Офигеть, три дельфина сразу. А вы знаете, когда попадает дельфин, я думаю, что это лего. Потому что было немножко плохо. Ну да, плавник только отличается. Да. Так, у нас 7 яиц осталось. Раз. Два, шансы есть. Я открываю тоже. Смотрим, как что это волнительно. Крабик. Рубаксы, да, кончаются. Да. Вам вообще крабы выпадают? Конёк, два конька уже, ура, два конька. Рыбка, сколько у тебя уже крабов? Я не знаю, у меня уже все красное, весь инвентарь красный уже скоро будет. Да, давай. Готовы? Да? Давайте открывать. Да, я готова. Давай, всё, давай. Уже... Подул на яйцо, погнали. Ну где мой крабик? Да ладно, ничего не крабик. Скат, дельфин, попадай. Акула! Юху! Две легендарки. Уху, две легендарки. Я плачу, ребята, я плачу. Сегодня мои слезы заполнят Adopt Me весь, не только эту зону, а весь Adopt Me зальет. Я уже смотрю за стеклом, столько твоих слез, какой кошмар. Да, я плачу. Не знаю, давайте открывать следующий. Ладно, давайте, да, давайте. Надежда, у меня надежда, да. Да. У меня надежда в выпадении легендарного. О, крабик. Я понял. Тут как бы без вариантов. Может, я уже не буду больше открывать? Ой, все, да, наверное, уже бесполезно. Попадочки, тебе надо еще крабы? Или, может, мне уже прикрутить? У меня еще ни одного не было. А, ты собираешь для меня, да, крабов? Спасибо, Ред, спасибо, Ред. Потому что, наверное, 10 крабов. Подул на яйцо снова. Раз. Два, три. Ну. И... Ну, пожалуйста. Конечно. А, вот две реки мне надо. Мне сразу же надо. И дельфин. Морской конек. Все. Папа дочки уже смотрит, что ему попадется дальше. Да. Какие ему питомчики. Какие мопетики нужны, да, для этого. Так, ну что, у меня 3 яйца, ребята. У меня надежда осталась на 3 яйца. На 3 яйца, пожалуйста. Если честно. А выпади, я открываю. Открываем. Ой, всё, готово. Пошел. Открываем. Юху. Ну, смотрим. Ну, крабик, да ладно. Ничего себе. Конёк. Вот еще крабик попадает. Дельфин, конёк и крабик. Ну, супер сочетание. Ну все, я уже ухожу. Пошли вместе.
Да, пойдем плакать. Все мои крабики уйдут. Ой, открываем, да? А я что-то это забыл. У меня ультрарар. Все вообще без вариантов. У тебя еще ультрарар. Немо с пятой, Немо тоже. Я с вами не играю. Я уже не знаю. Ну все, ну что, у меня последнее яйцо осталось. И у меня последнее. Ред, вернись с моими питомцами обратно. Блин, точно. Давайте я любого дам. Все, я открываю и последнее. Нет, одно закрытое яйцо. Погнали. Последний шанс. Да, нет. Ой, все, ребят. На тебе, нарвало, понял? Все. Есть! Папа дочки победил! Папа дочки победил! Победил! Да, у меня две акулы. Вот я сейчас показываю на этом. Раз акула. И вот она, два акула, да. Все, все. Редке, давай, ты первый отдаешь. Давай, трейд тебе держи. Я жалко, это акула. Давай, смотри, какая она лапочка. Ой. Спасибо. Пять, шесть, шесть катов выпало, потом дельфинов три, четыре. Ну, не монки, вообще классно. Папа, мне монки практически все. Классное так, видео, мне понравилось. Миляша, я кинул тебе трейд. Итак, ребята, я передаю всех своих милашечек, которых я получила. Жалко, конечно, но что поделаешь, три нарвала. Да, конечно, это же честный батл был, это же не было такого, что это нечестный батл. Я бы не дал, а папе дочке да. Я тебе дала, которые у меня по одинаковым сначала, потом еще другие. Ребята, мне папа и дочки, о, за 5 компенсаций, 9 яиц. Щедрый папа, спасибо огромное. Пожалуйста, у тебя больше всего. Я надеюсь, Женяш, тебе из них тоже выпадет 3 легендарки. Соревновались, попробовали открыть в первый день обновление яйца. Жалко, конечно, что мне не было лего, но ничего страшного, я и так выбью. Да, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился наш батл. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Ребята, а уже скоро выйдет новый видос, в котором мы будем открывать 100 яиц. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, ждите новый видосик. Всем пока-пока.